Друзья, привет! Я очень рада вас видеть на канале у себя сегодня. Спасибо огромное за ваши комментарии, которые вы оставляете под разными видео. Я все читаю, на все комментирую. Если вдруг какие-то у вас есть вопросы, вы можете в любом месте их оставлять. Я прочитаю и отвечу вам. Сегодня у нас будет с вами очень интересная тема, актуальная для практически всех яхтсменов. Какие же флаги у нас остались к регистрации в этом году? Если вдруг вы столкнулись с какой-то ситуацией, вы не знаете, что выбрать, не знаете, как ходить, либо вам трудно оформить, чего-то не хватает, пожалуйста, смотрите это видео до конца, и я уверена, что вы найдете здесь решение для всех своих вопросов, связанных с флагами и с перемещением. Итак, какие же флаги у нас остались? Их на самом деле не так много. В Европе у нас остался только один государственный флаг, это флаг Польши. Вот так выглядит карточка пластиковая. Довольно качественный пластик, здесь есть несколько голограмм, здесь есть тиснение посередине, красиво в виде компаса. Здорово сделали, постарались. Польский флаг — это пожизненный флаг, который не требует ежегодных продлений. Тут единоразовый платеж. Стоит он 600 евро, и в оформление входит номер MMSI, что очень круто. И, кстати, в подарок поляки высылают еще и польский флаг всем счастливчикам. Документов минимум, заверять ничего не нужно. Регистрация яхт и парусных и моторных до 24 метров. Сюрвей не нужен. Если вдруг документы какие-то у вас отсутствуют, например, старая яхта, не было регистрации, либо отсутствует строительный сертификат, либо еще что-то, то мы общаемся напрямую с реестром, и они помогают нам понять, как решить любую ситуацию. И у нас еще не было яхт, которые бы мы не смогли зарегистрировать. Вот, поэтому польский флаг для меня сейчас является самым простым и самым доступным. По срокам оформления это 5 дней на оформление предварительной регистрации, которая представляет себе PDF-документ, и вы с ним уже можете ходить спокойно. То есть он дает вам право носить польский флаг. Если вдруг вы находитесь на территории Турции или Греции, то в зависимости от того, на какого агента вы там попали, могут быть некоторые нюансы, потому что вредные агенты, они могут докопаться и заставить вас подождать, пока вы не получите пластик. Пластик готов уже через 2 недели, потом его отправляют с польской почтой вам на адрес. Если вдруг вы не можете получить, то, соответственно, если мы работаем с вами, я могу получить у себя, передержать его какое-то время и дальше уже отправить вам по любому адресу, когда вы будете в Европе, на адрес любой Марины и так далее. Это польский флаг. А, вот еще хочу что добавить, что поляков не интересует статус уплаты НДС, поэтому здесь может быть уплачено, не уплачено, уже на ваше усмотрение, и оформление может быть как на частное лицо, так и на компанию. Вот, это очень удобно. Какие флаги у нас еще есть официальные? Это флаг Ланкави, следующий по стоимости, стоит он от 1200 долларов, и оформление идет через агента, то есть всегда, напрямую практически невозможно сделать, но только если у вас есть местная малазийская прописка. И этот флаг со второго года нужно будет оплачивать налог на тоннаж порядка 100 долларов. Документов здесь много, здесь требуется страховка и требуется еще и нотариальное заверение договоров купли-продажи. Ну, плюс там куча фотографий. И полный список документов я приложу в описании, поэтому под видео. Поэтому по каждому флагу вы сможете уже посмотреть стоимость и сроки и список документов. И следующий, последний флаг из тех, которые я нашла доступных, это панамский флаг, но он будет самый дорогой. Он стоит 3500 евро, делается на 2 года, и снятие с регистрации тоже довольно затратное, от 2500 евро. Договоров, вернее, не договоров, документов тоже там большое количество, и в течение 6 месяцев только вы можете получить, через 6 месяцев вы можете получить уже карточку, пластиковую карту подтверждения флага. Вот, есть еще помимо государственных регистраций, конечно, спортивные регистрации. Кто-то говорит о шведской, о немецкой, есть украинская, есть грузинская, довольно популярная сейчас. Они тоже не очень дорогие, но выбирая спортивную регистрацию, обязательно обращайте внимание на требования, потому что, например, в Швеции для того, чтобы оформить регистрацию, у вас могут потребовать местную прописку, местный почтовый ящик. Для немецкой то же самое, там еще требуют дополнительной лицензии. И смотрите условия снятия с флага, потому что если вы будете продавать свою яхту, то снимать с регистрации, скорее всего, придется вам, как предыдущему владельцу. Поэтому чем проще будет эта услуга, алгоритм этой услуги, тем, соответственно, удобнее будет для вас. Это все, что касательно флагов. Их не так много у нас есть, но выбрать есть из чего. И они очень доступны. Кстати, по поводу оформления и оплаты. Если вдруг у вас есть сложности с оформлением в евро, то также можно делать оплату в рублях и в крипте. Вот. Если кому-то интересно как, пожалуйста, тоже напишите, я расскажу.
Помимо всего прочего, если вдруг вас еще молдует вопрос пересадки на яхту, какую из них выбрать, вы можете обратиться к нам, мы поможем вам с выбором, с подбором, с проверкой, с покупкой, с перегоном, с оформлением, со всем чем угодно. Мы проводим консультации, наставничество, как переезжать на яхты, поэтому у нас большой, очень интересный спектр услуг. Если кому-то интересно все, что касательно жизни на яхте, вы не знаете, как это делать, пожалуйста, тоже смело пишите, будем рады вам помочь. И увидимся в море. Море для всех, свобода превыше всего.